Северокавказский федеральный университет посетили высокие гости из Ростова. Непогода и многокилометровые пробки не помешали делегации Южного федерального университета принять участие в заседании ученого совета СКФУ. Выслушав доклад о научном потенциале и достижениях ставропольских ученых, участники рассмотрели вопросы сетевого взаимодействия федеральных вузов. Интересный доклад на эту тему представила ректор Ростовского вуза. В своем выступлении она напомнила о роли федеральных университетов в обновлении образовательной системы страны и организации научных исследований. Мы с вами находимся на самом пике модернизации образовательного процесса, и мы не просто должны идти вслед за теми решениями, мы должны возглавить этот процесс. Для ректора Южного федерального университета и других участников ростовской делегации это был первый визит в СКФУ. Поездка стала для них возможностью ближе познакомиться с крупнейшим вузом региона. Гости посетили научно-лабораторный комплекс университета, оснащенный новейшим оборудованием, а также общежитие для преподавателей и студентов. После экскурсии они щедро делились впечатлениями. Мы сегодня посетили те лаборатории и центры, которые созданы в университете в ближайший совершенно новый период. Могу сказать, что это впечатляет. Это дает основание думать, что темп просто отличный и перспективы замечательные. Основные договоренности, достигнутые в ходе переговоров, касаются взаимодействия в области организации научных исследований. Есть в ближайших планах вузов и совместные проекты, не связанные напрямую с наукой. В скором времени университеты планируют организовать совместную работу по укреплению единства гражданской нации и этнокультурному развитию народов Северного Кавказа. Мощный потенциал, которым располагает и Южный университет, и Северокавказский в этой сфере, позволит нам объединить усилия, предложить очень интересные программы, междисциплинарные модули в образовательном процессе, которые работают на формирование российской гражданской идентичности молодежи с опорой на региональную этническую идентичность, позволяют нам позиционировать университеты Южный и Северокавказский как площадки для межкультурного диалога, межконфессионального, межнационального диалога, как экспертные ведущие площадки в этой сфере для всех институтов гражданского общества, для национально-культурных объединений, для политиков, для психологов. Проект соответствует целям и задачам, поставленным перед университетом заместителем председателя правительства, полномочным представителем президента России в СКФО Александром Хлопониным. Так что у двух вузов есть все шансы стать самой большой площадкой для межкультурного, межнационального и межконфессионального диалога на Северном Кавказе. И впереди у Северокавказского и Южного федерального университетов наверняка еще не один совместный проект.